Ну, я рад за ребят, которые, в принципе, после тяжелой поездки из Красноярска сюда вот, нашли все силы и играли до конца. Вот, и играли с хорошей очень командой, организованной командой. И нам удалось выстоять там большинство одно. Так что вы сами видите, что это команда лидер по большинству и по голевым моментам. То есть сколько они голов забили в лиге, это одна из лучших команд, наверное, в лиге. Так что я доволен сегодня нашими ребятами, что они так сегодня хорошо отработали. Болельщиков я хочу поздравить Югры. Вы видели нас, поддержка, хоть это было и там немного их, но чувствовалась поддержка. Спасибо им тоже большое. Ну, команда Югры с победой. Команда хорошая, опытная. К сожалению, у нас сегодня не хватило эмоций. Были тяжелые две игры с Питером. И у нас не хватило пол игры. Потом просели. Так бывает, это хоккей. Антон Капотов сегодня две смены сыграл. Это травма? Да, получил травму.